Я отправился на север почти год назад. Вот мое первое открытие. Есть множество миров, и только один из них управляется магистериумом. Веками они держали нас там, где это выгоднее всего. На коленях. Ты обещала магистериуму, что возьмешь Азриэла под контроль. Тогда придется все взять в свои руки. Лира, грядут перемены, которые угрожают всем нам. У меня для тебя кое-что есть. Для чего он? У него особое предназначение. И весьма значительное. Скажи, где алитиометр, или я все уничтожу. Мы защищаем семьи, в которых пропали дети. Это война. Это может помочь. Если она понимает алитиометр, для нас она будет ценнее любого солдата. Мы вернем наших детей. У вас есть сердце, но у магистериума есть сила. Что нужно, чтобы с ними сразиться? Кто-нибудь видел медведя? Он хороший медведь. С ним не будет проблем. Уже тысячи лет ведьмам известно о других мирах. Азриэл затевает великую войну. Надеюсь, я справлюсь. Лорд Азриэл должен умереть. Лира, выбирай, на чьей ты стороне. Есть вещи, они могут все изменить. Зачем я ей нужна? И когда мир поймет это, не будет угнетения. Не делай мне больно. Не будет насилия. И тьма исчезнет. Лира, хватайся за руку! От нее зависит гораздо больше, чем этот мир. «Темные начала» в Амедиатеке и на телеканале Амедиа Премиум.